Чё-то я долго в запое нахожусь. Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами AD104X, и прикиньте, я за этот месяц, за 16 дней на данный момент, выложил только 2 видеоролика. Не, я все, конечно, понимаю, январь месяц, я как бы хотел в январе отдохнуть, но я хотел отдохнуть в первые 10 дней, а так получается, то, что за 16 дней 2 видеоролика, это не слишком густо. Блин, у меня хоть подписчики-то остались. Есть хорошая новость, подписчики-то остались. Но, блин, я же даже не стараюсь. Сори, ребят, честно, очень жалко то, что не получается вас радовать своим крутым контентом, хотя он не всегда крутой. Я не буду обещать то, что я буду выкладывать по миллион видеороликов, потому что я знаю, какой я ленивый, и что на меня сказывается на данный момент. Поэтому я просто скажу то, что я постараюсь сделать видеоролики почаще, но, блин, нет. 2017 год прям пока что круто идет. Мне серьезно стало весело жить. Помните, даже у меня проект был такой «Жить веселей»? Так, ребят, как бы я, походу, начал этим проектом жить. Да блин, ребят, я себя счастливым чувствую, первый раз не выкладывая видеоролики на YouTube. Я не знаю, как так. Хотя я знаю, ну просто кто ходит на стримы, тот может многое понять. А так как если вы не смотрите мои стримы, то все сложно очень объяснить. Так что давайте определимся с некоторыми моментами. Я не люблю графики, то есть как-то под ритм какое-то все выкладывать, но я постараюсь по минимум 2-3 видеоролика в неделю выкладывать, причем примерно качественного контента. Следующая неожиданная новость, которую, знаете, как будто я ждал. Конечно, я ее не ждал, но я ее ждал. Сейчас сами все поймете. Я сидел, не записывал видеоролики, прям думал, что что-то произойдет. И как, знаете, неожиданно ко мне приходит человек, звучит, конечно, не лучшим образом, но все же, и предлагает подключиться к хорошему интернету, и, короче говоря, в скором времени я организую 12-часовой стрим, и качество на этом стриме будет намного лучше. На другой момент, продержусь ли я 12 часов, я в принципе могу, но это будет очень нудно дома сидеть. Поэтому, если что, поддержите в комментариях и предлагайте свои варианты, как его провести. Еще одна интересная новость, которую знают только те, кто ходит на стримы: у меня заблокировали аккаунт. Даже два. То есть, как бы донатить я теперь не могу, то есть могу только FIFA Points'ами, но они такие дорогие, это жопа. Короче говоря, из-за всего этого я пропустил Тотти команду, хотя я открыл где-то 3 пака за 100 тысяч монет, пака 2-3 за 50 тысяч монет и много других паков. Но лучшее, что было, это там парочку информов. Но, блин, я все слил. Самый глупый, наверное, разговорный видеоролик будет на моем канале, но, блин, я вроде бы говорю, и прям интересно с вами поболтать. Короче говоря, мальчик с Первомайского возвращается.